1909 год. Государственный кредитный билет на 25 рублей. 40 рублей наверное, Екатерина там. Огромные деньги. Дорога стоила, если мы помним, от 3 до 5 рублей. 100 рублей это сколько по современным деньгам? Миллион? Станция Тюмени. Я думаю, что это швейная машинка Зингер. А, тут так и написано, да. Императрица. Анна Императрица. Самодержица. Всероссийская. Продолжаем поход по нашему музею, который расположен на третьем этаже ЦУМа. Тюменского ЦУМа. Кто бы мог подумать, что здесь и музей, и зона для туризма есть. Здесь, значит, видим императора Николая II с патриархом. Десять копеек. Хорошие деньги были. 10 копеек, 5 копеек. Одна, вторая копейки, если мы здесь сейчас. И вот одна, вторая копейки. Да, действительно, были 1-2 копейки, если с бороды пошлина взята. То есть сибирские купцы отказывались сбривать бороду и платили пошлину. 1625 год, да, то, что Петр I заставлял брать деньги за бороды. Видно, вот эти видно, что женщина-императрица, наверное, это Екатерина. Я так подозреваю, конечно. Вот Русь Далмонта. Это копейка 1425 по 1510 года. Вот это такие были копейки, скажем так. Тимур Таракан, князь Киевский, да, Торжань, Вестерн.